Первая умная спортивная площадка появится на территории стадиона школы номер 27. В Чите контракт. Строительство обойдется бюджету города в 26,3 миллиона рублей, что на 200 тысяч дороже, чем Гагаринский парк. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Контракт с подрядчиком еще не заключен, идет работа комиссии. Закончить объект должны будут до 1 сентября. На время выполнения работ у подрядчика меньше месяца. Гарантия будет длиться 5 лет. Также контрактом предусмотрен комплекс площадки для воркаута, баскетбольная стойка, футбольные ворота, сборно-разборные трибуны, волейбольные стойки и различные покрытия. Парк Гагаринский, между тем, обустраивала компания ДМРСУ за 26,4 миллиона рублей. Его открытие задержали на полмесяца. Спустя полгода часть объектов благоустройства уже развалилась.